Пару дней назад снимала желтое дерево. Уже осыпается вон там все. Внизу осыпалось. Отцветает уже. Вот это беспризорные. Ходят постоянно, видимо, к этим хозяевам кошечки. Они их кормят, там у них тарелочки. Вот ждут еду, видимо, хозяева еще спят. Но они не живут у них. Они живут вот здесь, напротив, в кустах. Я часто видела, они бегут отсюда. Вот уже снимала много цветущих кустов. Но еще не могу удержаться, потому что здесь так и не распустились. Красиво. Кустики. Такой садик ухоженный. Уже к Пасхе он готовится. Там выставлены всякие маленькие статуечки. Это деревце мне нравится. Как наша рябинушка маленькая, такая аккуратненькая. Красные ягодки там. Вот уже и здесь опадают цветочки красивые. Да, Сочи? Тебе нравятся цветочки? А? Жарко ей, жарко. Опадает уже все. Еще вот одна кошечка сидит. Ну, та с бантиком, значит, домашняя. Гулять она находила. Ждет, когда ее запустят. Видишь, какая это домашняя. Видно, что такая уверенная в себе. Вот уже уехал пацан на мотоцикле. Слышно вам еще, наверное. Вот он остановился, чтобы потрогать Сочи, ведь красивая какая. Уже уехал. Вот это моя маленькая улица. Сейчас начну показывать, сколько пустых домов. Вот этот дом продается пустой. Вот следующий за ним, но трудно сказать. По-моему, уже заехали. Видела однажды я машину. Тоже пустой был. А вот теперь приближаемся еще к одному. Его пытались бомжи заселить. Там дверь даже сзади заколачивали. Посел. Пустует уже больше года, наверное. Мы в Сочи гуляем каждое утро по 30 минут. И когда у меня выходной, вот видите, я хочу показать дверь. Заколотили. Бесплатно пробивались люди пожить. Когда выходной, гуляй два раза с ней. Утром и вечером. На коротеньком поводке она идет со мной хорошо. Да, Сочи? Могу быстро идти. Вот сейчас снимаю, просто медленно иду. Вот этот дом постоянно что-то тут переселяется. Постоянно мусор горой. Уберут, снова появляются. Это к нашему дому. С пихточками. Да? Сочи? Где ее дом уже? Видите? Тянет меня. А следующий соседский дом уже 2 года пустой. Вот травку приезжает от банка, косит. И все. Стоит пустой. Сичи. А вот видите, там напротив. Напротив тоже уже объезжают соседи. Объявление там стоит. Так что часто меняется здесь. Вот это вот сосед, который любит нашу Сочи до безума. У него там своя собака. Он останавливается, чтобы поиграть в Сочи. Специально, чтобы останавливаться, чтобы поиграть. Не отъехал. Уже тут наш Дарья подъехал. Дарья подъехал. You can hold it. Hold it. Say hi, people miss you. Hi. Привет, привет. Как дела? Привет.
Как дела? Как дела? О, поймала Данилку между работами. Все, о господи, сдала. Смотрит. Двое сегодня вот ее, один на мотоцикле, один на машине остановился. Так любят животных здесь. Все, пошли мы домой. Всем пока. Вот, все, любуюсь. Цветочки быстро отцветут. Прямо, видите, вот дверь открыла я. Бассейн зеленый, но Дэниел уже привез всякие добавки. Сейчас добавит, включит, все. Через час будет голубое. Скоро уже начнем купаться. Да, Сочи? Купаться будешь? Сочи? Ну, будем купать ее, приучим. Вот сейчас он пойдет, включит бассейн и начнет засыпать. Химикаты, естественно. Стало тепло, жарко вот 3 дня, и сразу, конечно, бассейн позеленел. Пчелка тут уже несколько дней вот над цветочками работает. Прилетела откуда-то. Видишь, она какая, пчелочка. Жужжит. Успевай, скоро цветут. О, Дэниел, на, сейчас фильтры чистит сначала. Потом включит, сказал. А, кругом шерсть сочина. Все позабило. Все, и дома грязь. Забит он весь фильтр. Дэниел сейчас его будет чистить. Сочи, конечно, что ей понять не может, в чем проблема. Включила воду, она испугалась, забегала. Сейчас он будет фильтр промывать. Ну уж вот, готовить ему некогда, кричит на нее. Прочистить сейчас фильтр. Аккуратненько. Партизанка под кустами там сидит. Ты боишься, что ли? О, залезла куда. Бегает. Помощница ты наша. Твои волосы все там. Сейчас Дэниел ставит обратно фильтр. Вот тут целое сооружение, видите? Уголочки. Меняют время циркуляции. Ten morning. 10 утра включится. And when finish? 4. С 10 утра будет до 8 вечера циркулировать. Деловой он, не до шуток ему. Будем только смотреть, что он будет делать. Первое утро дома, каждое утро работает. Вот, забурлил бассейн. Здесь еще один фильтр, вот он его сегодня поменял, новый купил. И какой-то состав специально. Be careful, you spill on your pants, Daniel. It's an enzyme, it's not chlorine. Not chlorine? Не хочет нагибаться. Господи, боже мой. Слаппи. Неаккуратно, говорю, все делаешь так. Но он устал, он в выходные работал, сгибаться уже не может, бедный. You ready to swim? It's always ready to swim. I grew up as kids. You remember? Swimming in pond. А, что, говорит, вырос, говорит, в речке купались, в озере. О, приходится ему наклоняться. Be careful. Вакуум, конечно, что-то не очень работает. Надо новый, наверное, покупать.
тоже. Волосы кругом от Сочи, кругом. Работы хватает вот. За бассейном надо постоянно следить. Надо, говорит, теперь смотреть, говорит, чаще, говорит, потому что шерсть от Сочи будет забивать все. Сейчас будет сыпать. Doing careful, you kind of so. Хорошо? Хорошо? Эй, хорошо? Хорошо? Nine. Не хочет сегодня говорить по-русски. Nine. Ну, это тоже как бы между русским и английским. Сочи, водички попить. Вот началось у него. Это сухая добавка. Брызгает вот так вот он. А потом еще жидкой нальет. One more? Yes. Вот в эту штучку надо еще положить тоже таблетки хлорки. You want to bring? I'll get it. Oh, I'll get something. Give me the video. Еще один. Это, говорит, как вот мы это ухаживаем за бассейном. You can buy 10 billion BS chemicals, or you just use chlorine and chlorine. Мы хлорин, хлорку только, хлорин, не хлорку, а хлорин используем для бассейна. Потому что они рекомендуют всякие там, конечно. They sell them in Russia and Europe too. It's not just America. Да. Ну, там они вот на пробу возьмешь воду, они там начнут тебе советовать каких только добавок. Мы пробовали, конечно, все эти добавки, но самое эффективное вот это. Порошком он посыплет вот 3 пакета, потом зальет хлоркой. Ну, конечно, мы не купаемся. День. Нельзя купаться. Пакет, говорит, еще завтра посыплет. One thing of shock, one jug of chlorine, 2 things of yellow. Tomorrow put in the second bag of shock and the other jug of chlorine. Он все рассказывает, сколько засыпает. Свет еще включен у нас. Окна уже зашторены от солнца, поэтому свет включен. Сочи любуется, сидит. Don't move, just lay there. That's how I fell in the pool. Вот здесь вот, говорит, упал в бассейн, он когда огни не менял. Вот сейчас еще жидкой нальет хлорин. Ну, надо сказать, это небольшая... О, затанцевал, ты глянь. Никогда не знаешь, когда у него настроение меняется. Надо постоянно с камерой за ним ходить. Он на вид такой вроде, как бы, не очень компанейский, но на самом деле внутри он добрый мужик. Я вот сказала, говорю, помочь тебе. Он говорит, да снимай уже видео. Я сам сделаю. 73. Показывай. Yeah. 73, это уже близко к тому, чтобы купаться. What do you mean? You complain at the shower in 150. Ругай, что... Сочи. Сейчас еще вот насыплет сюда. Насыплет сейчас сюда еще таблеток. Воду хлебает. Здесь тоже пресс-вошером надо будет все помыть. Утоптала Сочи. Вот как у Даниила появится свободная минута. Господи, чихает. Сочи! Вот таблетки несут большие. Show me how big pills. Вот здесь хлорин too. No, this is pill for your butt too. Вот, Daniel, I recording. Plus sanitizer and stabilizer. Ну, эта таблетка, там всякие добавки, он говорит. Дезинфицирующие, ну, разные добавки. Just all around healthy stuff. See the white and the blue and the brown in there.
Healthy говорит, для здоровья, ну, для здоровья бассейна, конечно, полезно. It's bull. It doesn't do any better. You think? I think it's work. They cost $3. What do you mean? We still got to put shock in, we still got to put, you know, all the other stuff in, so... Короче, не дешево достается чистая вода в бассейне. Empty, они всегда предлагают какие-то. Все. All done. Now you let it run for 24 hours to circulate, and you can go swimming after 2 hours. Okay, celebrate happiness. Celebrate happiness. Now celebrate eat. Eat. Голодный. А что будешь? What you gonna eat? What you gonna eat? Сочи? Yeah. You gonna eat Сочи? Мы сейчас на лето уже делаем, он просто раз в неделю будет, чтобы только, да, циркуляция была. Будем только добавлять это. Вот он приносил ведерко с этим. С хлорином. И будет поддерживаться все лето чистое. Yeah. Говорит, ну что, вот у нас, видите, покрытие, скрин называется, все-таки. Из-за скрин, we get less sunshine, so we get less algae growth. Меньше. And we get less crap in the pool. Меньше мусора и меньше. You put 1 gallon of chlorine in. От солнца. Every week. Все рассказывает. And you let bunk run at least 6 hours a day. 6 часов в день надо, чтобы он циркулировал. О, сейчас еще и чистить будет. Ох, господи, не мужик, а золото. Это у него вот выходной сегодня от утренней работы. Most of the dirt in the pool is from pine trees. От дуст from елочек. Pine trees. That's all dust from pine tree there. Пыль from елочек. Вот, big one? Yep, the pine trees. Вот, говорит, с этих елочек, pine tree. It's palm. Палань. Полынь, не так по-нашему. Аллергический. I try to translate. Перевожу. You helping, Savage? Что, чистить надо, конечно. Уже к стенкам прилипло. The lady at the store said clean off the filter and the pump will probably move better. Not move. Come. What? И финиш? Закончил. Well, Russian dance. Russian dance on. Все меня пародируют, как я танцую. Как курица. До свидания. До свидания. Привет. С Новым годом. С Новым годом. What the hell? Он знает только с Новым годом праздники. По-русски. Сочи, на. Руки, говорит, помыл. Blue cheese. Вот. Бегал сейчас сделает. И яички. Еще и меня. You give it to me too? Yeah, I'm gonna make 2 for me, 2 for you. Oh, it's nice. I'm a nice husband. Oh, я, говорит, хороший муж. Тебе сделаю себе. Unless you want me to make borscht. Borscht? if you want borscht, you have to go borscht. Ina. I don't want borscht. Не любит борщ. I don't like beets. Я говорю, к Ине можешь идти. Свеклу он не любит. Ну вот, не нарядился он, футболка у него, конечно, не нарядная, но уже, ладно, сегодня снимем ее в старенькой футболке. Она чистая, конечно, хотя с пятнами, как всегда, со старыми. Моя, говорит, русская жена не готовит для меня. Ну, как всегда, пьет. Daniel, I make movie, you drinking. I'm thirsty. Russian people don't drink? Not so much. Oh, I've been to Russian parties. I see how much Russian people drink. Был, говорит, на русских вечеринках, видел, говорит, сколько русские пьют. These are eggs from chicken. Показывай. They have chickens in Russia? Yes, we have chicken in Russia. Or do they do duck? Утки, duck. Duck eggs. Сейчас он сварганит. You make sure I can see, Daniel. I make video. Well, you won't put an apron? No, I'm not putting an apron. Фарточек, говорю, Daniel.
It's not. Not what? Clean doing cooking. My shirt's clean. Clean? Чистая, говорит, футболка у него. Вот он уже, яичко. Вот такой у нас по-домашнему. Русская, говорит, жена не готовит. No, not for you. Жалуется он вам. Жалуется, что я не готова. Come here. Come here. Yes, yes, my little baby. Yes, my little baby. Daniel, your hand gonna be dirty. So what? So what? Я говорю, руки будут грязные. Do you wash your hands every time you touch the dog? No. Exactly. Not anymore, because there you go. Our dog. Your system has immune system for germs, okay? Uh-huh. If I touch poo-poo, pee-pee, blood, yeah. Uh-huh. For dog, no problem. People that live with no germs, always Clorox, white cans, counters, everything, are always sickly people because their immune system very low because it's not used to fighting germs. Ты глянь, лекцию прочитал нам, что у него иммунная система очень хорошая. Вот. Все, он сделал тост. You make toast? I just lightly, not strong. Take it dishes. Очень легкое. Не подсказывай, говорит. Take it dishes. Are you cooking? No. Then don't tell me how. Не говори, говорит, как. Он выглядит злым, но на самом деле это... Too many chefs ruin cake. Oh. Много поваров, если говорит, разрушат борщ. Борщ разрушат кейк. That's why my grandmother cooking kitchen. Get out. А, когда бабушка готовила, всех выгоняла. Никто, чтобы на кухне не был. Cream cheese. Cream cheese это не масло. What is it, cream cheese? It's milk. Milk. Cured, but not to cheese, but more than milk. Ага. Переводу не подлежит. Because you know they make cheese out of milk. Угу. From cow, moo moo. Да, что-то между. Okay. They cure the milk in big vat while spinning. Масло. But not to like cottage cheese. Ага. But more not, than milk. Not сильно. In between. Да. They put in little things to make little taste. Между молоком и маслом, ага, так не сильно. Нежненько такое, как сметана, но не сметана. You see, eggs cook. Eggs cook? Mm-hmm. Oh. Well, if you put heat on eggs, uh-huh. They'll cook. Включишь, говорит, конечно, подогревание, то яйца, говорит, будут готовиться. When you put eggs on sandwiches, you have to break yolks. You have to break the yellow, then they're all messy. Mm-hmm. You want yours messy or you want yours neat? I want to eat. Okay. Messy. Аккуратно или неаккуратно, как ты хочешь. Я говорю, я хочу кушать. So you just break the yolk, that's all. Okay. Нежное дело это яички, короче, если честно перевести. Можно, говорит, сильно зажарить, можно нежно. Эй! Why on my? Для меня стал готовить, чуть не чихнул. Oh, do you want cream on yours? Yes. Okay. Мажет. Yeah, buy more. Almost gone. Oh. Понравился ему этот чистый. In store, cost $8. Bagels like that? To make an egg bagel. О, в магазине, говорит, $8 за это заплатишь. Nothing. Ну что-то сегодня он такой, не старается аккуратно. I mean, two of these cost $6, bagels cost $3, eggs cost $2, and you can make 50 of them. Говорит, выгодно самим делать, намного дешевле. Купил вчера мне стробери. Ага. It's season right now for harvesting strawberries. Сезон у нас здесь, да. Ну. Are you right?
When gonna be ready? When eggs are done. Oh, еще. You want raw? Не готовы еще яйца у нас. Ждем. Ждем мы, когда изготовится. Иван... I didn't have to work this morning. I didn't have to work this morning. Счастливый, говорит, не надо, говорит, утром работать сегодня. Oh, happy St. Patty's Day. Сан-Патрикс у нас day to day. Поздравляю от вас. What is it, St. Patrick's Day? It's an Irish holiday. Irish праздник. It's supposed to celebrate St. Patty, who was a saint for Ireland, who chased all the bad things out of Ireland. Mm-hmm, mm-hmm. And then the English came and made it worse. Короче, как бы легенда, что Сан-Патрик, вот он протект, сохранял Ireland. Basically, all Irish people go out and get drunk. В основном, говорит, конечно, это повод Irish people, ну, люди, чтобы выпить лишний раз, напиться. Ну, как везде, все праздники, повод для выпивки. Why are you moving around? You hungry? Well, I'm making yours first. Then I have to starve while yours cook. Mine cook. What, you want punched in the nose? Oh, you gonna do dishes? Do the dishes. Nine. Oh. Мой посуду говорит. Мой посуду. Where's your ball? Go get your ball. Возьми мячик иди. You go, go. Sit. 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 Good girl. Вот. See, it's the tone of the voice. Каким тоном говоришь? Good girl. You're. Sit, Santi. Stop, Santi. No. You gotta be stern. Nye. Передразнивай от меня. Sit. Okay. У нас одновременно готовим и одновременно тренируем собаку и даем замечание жене, что не так тренирует собаку. Дождемся мы сегодня или нет, уже не знаю. What's the matter? We need to buy new pants. These are old and sticky. Old? Yeah. The Teflon wears and they stick. А новую, говорит, сковородку надо покупать. Okay, point camera somewhere. Why? I got to get one time. Я говорю, когда будешь пить, говори мне, чтобы камеру я убирала. Так он говорит, убирай камеру. Yeah? Mommy? What is it? Боре? You don't have to show. Конечно, много пьет диабетик. Make же. People worry, 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 worry. And tell them I just drank a cup there, Paul. Сочи. No, not for you. Ждем яйца, яйца. What name this? Bagel? Bagel, cream cheese and egg. Bagel, cream cheese and egg. Yeah. Короче, кралечки, намазанные маслом. И вот яйца, он, видите, кладет. Battle you pour it. Аккуратненько, видите, он все кладет. Сейчас мои будут заправлены. Not enough? You gonna do more? I gotta make for me. Oh, is this for me? Yeah. Oh. Why you cannot do the same time four piece? Because the eggs don't separate right when you cook four. Oh. If you're gonna eat all four eggs, just eat eggs, yeah. But if you're gonna make for sandwich, it doesn't do good. Я говорю, что ты сразу четыре яйца не сделал? Говорит, нехорошо, надо по два делать. То, говорит, они это, смешаются. Не получится аккуратно. Well, that's for Sochi. Yours is... По Сочи? Ты говоришь, для Сочи, не для тебя. You can eat your cheese sandwich. I can eat already? Yeah, they're there, go! Oh, okay, thank you. Ну все, ребята, я пошла кушать. Did you see me drink whole bottle of water one time? No. Daniel, no. Он говорит, хочешь, покажу, что я могу выпить воду? Хлеба... Ворохлёб ты. Ворохлёб. Huh? Ворохлёб. Means drink a lot of water. Oh. Ну, уже в магазин ездил, на улице поработал. Вот так, вот видите, показал.
Daniel enough. Say everybody, до свидания. До свидания. Привет. Привет. До новых встреч. Daniel. До новых встреч. С новым годом. Нет. Daniel, до новых встреч. До новых встреч. Молодец. Пока. Вот уже поменялась вода сразу. Не прошло и, как говорится, 10 минут. Daniel приготовил наконец-то свой завтрак.